По предварительным данным, 19 июня 2021 года около 22:00 на автодороге Луговое Невинское Садовое Богатово на 11 километре плюс 540 метров со стороны поселка Владимирова в направлении поселка Невинское Багратионского района двигался неустановленный автомобиль под управлением неустановленного водителя, который допустил наезд на пешехода 53 лет, которая лежала на проезжей части на полосе автодороги по ходу движения автомобиля, после чего водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Пешеход скончался на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи. В результате разыскных мероприятий водитель был установлен. Им оказался гражданин 26 лет на автомобиле марки Audi. Ехал со стороны Владимирова в сторону Невинска. Встречные машины были, даже никто не поморгал мне, что впереди меня лежит человек, который даже не двигается, не в состоянии, наверное, даже встать. И в этот момент ехал впереди автобус, который его свет настолько был немножко помощнее, чем мой. Я не увидел этого человека, потому что человек даже не двигался. И я проехал по нему и от испуга уехал, не понял. Ну, наверное, реакция такая, испугался просто и не понял даже, что произошло.